Заработная плата выросла на 80 рублей, составляет 1157 рублей. Ну, там еще 14% налоги вычтут, подоходные и так далее. Скажите, вы заметили рост доходов, рост зарплат? Ну, может, у начальства и есть, у нас нет. А вам хватает вашего дохода? Нет, конечно. Или? На 80 меньше стало. Меньше стало? Вы заметили, что у вас зарплата подросла? Подросла немного. На сколько? Значительно? Есть эти 80 рублей? Есть. Есть? Есть. Довольны вы своим доходом, в принципе? Нет. Нет? Вы ощущаете ли вы рост этой заработной платы? На вас сказывается? У меня с Нового года упало больше, чем на 100 рублей заработная плата, а я не заметил никакого повышения сейчас. А последнее повышение вот для вас когда были? Ну, было с Нового года, но независимо от повышения зарплаты, ну, в принципе, выросла ставка. У меня еще упало на больше, чем на 100 рублей. У меня сняли кое-что другое. А хватает ли вам дохода вашего? Ну, вообще, в принципе, да. Ну, конечно, ну, в принципе, да. Вы заметили рост заработной платы? Нет. А у вас хотя бы немного приближается к этой 1157 этих рублей? О чем вы говорите? Педагогов такой зарплаты дошкольного образования никогда не было. А сколько, если не секрет? Зарплата? Ну, в среднем до 800. Хватает ли вам этого дохода? Нет. Если студент-платник, нет. Ощущаете ли вы рост зарплаты? Замечаете ли вы это? Нет, я не. А у вас выходит столько? Нет. А сколько, если не секрет? 300. 300? Да. Растет ли ваша зарплата? Нет. Не растет? Нет. А до этих 1100 рублей дотягивает? Нет. А сколько, если не секрет? 600-700. 600-700? А знакомые у вас зарабатывают вот такую среднюю зарплату, не интересовались? Нет, 400 максимум. Замечаете ли вы рост зарплаты? Нет, конечно. У вас не выросло на 80 рублей? Нет, конечно, нет. А сколько, если не секрет, у вас выходит? Ну, до 1000. До 1000? Да, ну так я работаю на полторы ставки. На полторы ставки? Ну, конечно. А хватает ли вам этого дохода? Ну, никогда денег не хватает.